26 мая в 17:00 культурный центр «Северный» приглашает всех любителей автомодельного спорта на открытый турнир по гонкам на радиоуправляемых машинках «Северный форсаж». Автодром для радиоуправляемых моделей и машинок-игрушек ждет своих участников. Машинки, как ракеты, будут проноситься по гоночным трассам, минуя тоннели, изгибы трассы, дрейфуя вокруг колонн и преодолевая всеми любимую бездорожную трассу – песок, камень, горки. К участию в гонках приглашаются ребята и взрослые в трех возрастных категориях – 7-14 лет, 15-17 лет, 18 и более лет. Со своей моделью машины, а также мы можем предоставить машинку на радиоуправлении. Участие в турнире платное. Цена билета детского 100 рублей, взрослого 120. Ждем всех 26 мая в 17:00 в культурном центре «Северный» на открытом турнире по гонкам на радиоуправляемых машинах «Северный форсаж».